Дорогие зрители, канал Pratik Türkçe совместно с группой ВКонтакте «Разговорный турецкий язык» это очень просто проводит первый в интернете квест для изучающих турецкий язык. Квест – это несколько видео с вопросами и заданиями, и в конце каждого видео дается несколько вариантов ответа, которые перенесут вас в следующее видеозадание. В каждом видео вы получаете одну букву пароля, и в конце квеста вы должны составить пароль и отправить его в личные сообщения детективу Рамазану, герою нашего квеста. Ссылка будет в описании к ролику. Ссылка на начало квеста будет опубликована в группе «Разговорный турецкий язык. Это очень просто» в 19:00 по минскому времени 13 апреля 2017 года. Среди первых 20 человек, которые пришлют правильный пароль до 27 апреля 2017 года, будет разыгран приз при помощи генератора случайных чисел. Приз нашего конкурса – фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 2. Для участия в конкурсе необходимо сделать всего три вещи. Подписаться на группу «Разговорный турецкий язык» – это очень просто, группа ВКонтакте, подписаться на канал Pratik Türkçe и сделать репост этой записи ВКонтакте или в Фейсбуке. Все нужные ссылки находятся в описании под этим роликом. Всех подписчиков и новых зрителей приглашаю поучаствовать в конкурсе. Это будет весело, это будет хорошая практика для вас. Hepinize iyi eğlenceler ve başarılar!